Если схлестнемся, то готов. Все матчи «Зенит-Спартак», все матчи «Зенит-ЦСКА», все матчи «Зенит-Локомотив». Я надеюсь, что они как-то успеют приехать в Россию и вместе сыграем. Мы с Селвером, да, через многое прошли в этой жизни. Всем привет! И вот спустя год я снова на Кубке Легенд. В этом году сюда приезжает даже сборная Бразилии, а за сборную России дебютируют Юрий Жирков и Андрей Ещенко. Погнали! Вы всегда играли под 18, но почему 18 именно выбирали номер себе? Ну, потому что он играл под 18. Ну, это какой-то ритуал или просто там случайно когда-то достался он вам? Ну, в ЦСКА достался вот первый раз 18 номер. Что под этим номером и стараюсь все время, если он свободен, играть. Илвер Рахимович сегодня приехал. Готовы с ним склеснуться на поле? Если схлестнемся, то готов. Через себя хотели забить. Вы в карьере же вроде не забивали, тут вдруг решили. Не боялись прыгать через себя? Попробовать пробить. Все же во дворе. Так что. Сейчас «Зенит» на протяжении 4 лет выигрывает чемпионство. Как вы считаете, может вообще кто-то конкурировать с ЦСКА, Краснодар, Спартак? Ну, наверное, будет всем тяжело. «Зенит» сейчас явный фаворит. Так что... В этом чемпионате, я думаю, будет то же самое. То, что вот делает Федотов с ЦСКА, нравится ли вам? Ну, если ЦСКА не проигрывает там на протяжении сколько идет, то я думаю, что очень хороший тренер для армейцев. А вы в медиалиге сейчас будете играть? Уже решили, с кого? Или знаю, вас уже, наверное, знаю, этим вопросом да, замучили, да, со всех сторон? Привлекает ли вас команда ФС? Команда ФС? Да, вот официально сегодня как... объявили. Ну, официально меня никто не звал, но кто-то мне написал из друзей, так что... Дмитрий Анатольевич там будет, ну, как сообщается. А, Медведев? Questions about Coquarin. Maybe you have talk with him after his first match. What can you say yes, about him? I think it was very important for Coquarin. He was in Fiorentina and was not playing, so he needed to start to play again. And he was feeling very good to be on the pitch to make an assist. And I think in the second game he will make a goal. Yeah, he's feeling good. I think the first trainings. Everybody helped him to get in the team, and he has a lot of football quality, so he will be very fast there with friends and win a lot of games. I believe that he can play in top championship again. Yes, if he now start to play and start to get his fitness, his power and his goals, then for sure he can play many years more. Thank you.
Bom dia, да? Bom dia. Let's go. Михаил Федорович, здравствуйте. Ну, расскажите, сложно ли судить Кубок Легенд? Ну, не просто-то, конечно, судить всегда, судить не просто, особенно великих людей. Ну, во-первых, полтора года не одевал судейскую форму, не держал свисток в руках, поэтому мне вдвойне, наверное, сложнее, чем там, тому же Алексею Николаеву. Вот. Ну, плюс ребята все поигравшие на высоком уровне, титулованные, чемпионы мира, победители Лиги чемпионов. Естественно, их судить и волнительно, и непросто. Да? Боишься ошибиться, боишься кого-то обидеть как, пропуском какого-либо фола. Ну, в принципе, в целом, я думаю, что пока судейство на высоком уровне. А вы сегодня финал судите? Нет, на финал судит Алексей Николаев, наш более титулованный арбитр. Мне доверили обслуживать матч за третье место. И какие у вас ожидания? Давление вообще чувствуется во время работы? Знаете, чувствуется, да, что команды... Есть команды, которые поставили задачу, а есть команды, которые приехали провести, так сказать, хорошо время, пообщаться с друзьями. Вот, я думаю, что в любом случае и в финале, и матч за третье место победит сильнейший. А можете сказать, пожалуйста, какой вообще самый сложный матч в вашей карьере как судьи? Какой-то конкретно выделить я не могу, но это все матчи «Зенит-Спартак», все матчи «Зенит-ЦСКА», все матчи «Зенит-Локомотив», скажем так, дерби двух столиц. Вот, это, они, во-первых, ажиотажные и, скажем так, с большим количеством зрителей. Вот, наверное, конкретно выделить не смогу, наверное, какую-то одну игру. Они все непростые, я думаю, что ребята настраиваются на такие матчи с двойным, скажем так, усилием. Спасибо вам большое. Very fast, very brief. Nice. I like your. You like? Yes. Yes. Very good, Mike. Yes. Sounds brilliant. Let's see. Your top three of Russian players. Difficult question. Now in the. In all period. All time. Yeah. Maybe with whom you played, you didn't play, but you've seen. Well, difficult question. I think Ashavin. Why? Because Ashavin is a fantastic player. He was fast, he was technic. He never stayed in the same position, always stay between the lines. Create games, he made the difference one against one, he scored goals. I mean, he was a fantastic player. Is he number one? He was one of mm-hmm. the best ones. Mm-hmm. Dmitry Alenishev, mm-hmm. fantastic player. Typical number 10. It's not easy to see a player like Dmitry.
when you think that you can get the ball, he always give you another touch and you stay behind. Fantastic player. I mean, we have a lot of in Zenit had a lot of good players. Maybe Zirianov because Zirianov in top three. For me, he was a fantastic player. He's not easy, but Zirianov was very talented, very a good leader, as a leadership, as a captain. He was not a captain, but he performed as a captain, always giving you good advices, always motivating you, always giving you good tips for your game. And as a football, he was unbelievable. I mean, it's not easy to tell you only three players, mm-hmm. But we had in Russia when I was here, especially my team, of course, I had a lot of very good players. Have you surprised that Zirianov didn't make international career like Alenchev and Asherin did? I think many players in Russia, they had potential to play in top teams in Europe. But Zirianov too? Zirianov, for sure. I have no doubt Zirianov could play in a top league. Like where? I don't know. Real Madrid, Barcelona, why not? I mean, I don't think I play with Hleb, Alexander Hleb. Mm-hmm. He play also in Barcelona. And for me, Zirianov mm-hmm. was the same type of player. Not so fast, but technically has a very clever, very good pass. Also good pace. I mean, he was a fantastic player, number 8, number 10. And for sure, if he had the chance to play in a top European team, he will success for sure. Mm-hmm. Now he is a coach. Are you expecting him as a top coach in the future? I think so. I told you that he was not only a top player, he was also the kind of player who motivate, who orientate the team, who give you good advices, sometimes hard tackles as well. I mean, he's a fantastic person as well, so I think he has everything to be a good coach. What happened yesterday against Kazakhstan? It will be an angry game? No, I mean, this is a social tournament. This is a tournament to have fun, to make the people to have fun. This is not a tournament to have fights, you know, and every time that we get angry in the game is not good for anyone, not good for the players, not good for the spectators. So we must respect and play more calmly. Is it difficult to play against Pogrebniak? Yes, Pavel is a fantastic player, very strong, very good left foot, and I respect him as a player. He's a fantastic player. Who surprised you in yesterday match against Russia? Russia is the best team. I mean, they always win. They will win this year for sure as well. I'm not surprised because they are a very good team. Thank you so much. Если нужно, то готов, конечно. Как считаете, удачно прошла вчерашняя встреча с ним? Конечно. Россия удачно. Конечно, результат плохой, но у них очень сильная команда. И сборная России, мне кажется, выиграет турнир легко, потому что очень много игроков, которые молодые, которые только закончили свою футбольную карьеру. И, наверное, самая сильная сборная они. А есть те из ЦСКА, кого вы еще хотели увидеть на турнире, из тех, кто не смогли?
хотел бы всех увидеть, с кем играл в команде в то время, которое я играл. Так что и бразильцев, и наших, и Югославов. Так что я надеюсь, что они как-то успеют приехать в Россию и вместе сыграем. А с Вицовичем общаетесь сейчас? Со всеми общаемся. Всеми на связи. Ну вот его, конечно, отдельно очень хотелось бы увидеть. Вчера матч с Краснодаром видели? Ну, у нас была игра 17:30. Я после нашей игры просто посмотрел счет. Конечно, молодцы, выиграли 4-1. Это самое главное. Команда хорошо идет, команда хорошо играет. Надеюсь, так будет продолжаться. А как вам наш трансфер на компании? Как приобретение? Ну, пока нормально. Пока все показывают себя, все на хорошем уровне играют. И самое главное, результат показывает. Потому что самое важное за ЦСКА. Элвер, такой вопрос. Вы всю карьеру играли под 25-м номером. А почему именно 25-й? Почему так случилось? Ну, я тоже не понимаю. Просто когда пришел в ЦСКА, не было других номеров, потому что летом пришел на полсезона. И это было все занято. Поэтому первый, который был свободен, 25-й. Юрий примерно так же сказал. Как вам вообще впечатление вообще от турнира? Понравилось? Ну, конечно, понравилось. Очень хороший турнир, и я надеюсь, что он будет продолжаться. Здесь очень много хороших футболистов, которые раньше играли легенд футбола в Португалии, Бразилии, России. Так что я думаю, надеюсь, что это будет продолжаться еще долго. Спасибо вам большое, Юрий. Спасибо. Спасибо. Вам. Хочу спросить, он про Федота, понравится ли он вам как тренер? Федотов очень хороший тренер, и я думаю, что ЦСКА нашла своего тренера, и вот эти результаты, которые сейчас ЦСКА показывает, я думаю, это показатель его работы. А слышали, может быть, про судейство, разговоры вчерашнего матча? Я не смотрел игру, я просто видел, что три пенальти было. Были пенальти? Вообще, это нормально, когда три пенальти? Ну, если они били, тогда 10, можно 10 поставить. Я за то, что несправедливо, если пенальти был, пускай ставит сколько угодно. Но если нет, конечно нет. Вот медиалига стартует второй сезон. Там будет команда Российского футбольного союза. Может быть, вас кто-то приглашал или есть желание там поиграть? Ну, у меня работа и сборная. Здесь очень сложно это все совмещать. Поэтому не знаю, посмотрим. Не могу сказать ни нет, ни да. Посмотрим будешь. Если будет время, конечно, будет интересно тоже поиграть. А как вы сейчас смотрите на то, что блогерские команды в Кубке России участвуют? Вот, допустим, это тоже сложный вопрос. Я за то, чтобы было больше футбола, потому что сейчас нет в Европе, российские команды не играют в Европе, поэтому может где-то и правильно с одной стороны, потому что много игр будет, и пускай все играют в футбол. Мне кажется, ЦСКА. Это главный конкурент? Главный конкурент? А больше нет никаких конкурентов? А как же Спартак, Динамо? Я не вижу. Вообще. Серьезно. Да? Это печально, конечно. Поэтому я говорю, что самое главное, что ЦСКА хотя бы есть сейчас, который может конкурировать с Зенитом. Остальные команды я не вижу. Ни одной. К сожалению, это так. Хотелось бы, чтобы их было больше, но, к сожалению, их нет. Все играют нестабильно, даже Динамо и Спартак. Они играют нестабильно. Можно ожидать все что угодно. Но вот только сейчас ЦСКА в этом году начали играть стабильно, показывать стабильную игру. И за счет этого единственный конкурент. Не нравится вообще игра ЦСКА? Да, как очень нравится. Построил группу? Да, очень нравится. Играют атакующий футбол, забивают много, создают много моментов. Это очень хорошо. О новых балканцах ЦСКА что скажете? О Гаиче, о Сделлере? Сделлер был капитаном в Партизане. Может ли он потом... Но со временем, когда Игорь закончит, может ли он, в принципе, стать как-то капитаном? Через 15 лет, когда Игорь закончит. Может, он раньше закончит. Фанайди себе оформили? Что? Ходить Фанайди? Ну, паспорт болельщика. Я не оформил. Не оформил. Там попробовала что-то, фото надо. Что-то. Не получается? Да, не получается. Фото что-то. У нас тоже, кстати, да? Говорили. Что-то фото, все время фото что-то. Я хотел оформить. Кстати, заходил, но даже не знаю. Надо посмотреть, как разобраться с этим фото. Потому что, я думаю, зимой на всех стадионах это будет, да, как я понял. Зимой, да. Ну, пока можно ходить так, а дальше, кто знает. Надо оформлять. Нет, это, мне кажется, на мой взгляд, это неправильно. Надо людям,
чтобы было легче ходить на стадион, упростить все, они все усложняют. Так что, на мой взгляд, это так, но если придется, сфотографируют все время, что помогут. Скучно, конечно, без болельщиков, без наших фанатов, которые всегда поддерживают команду, и они 12-й игрок команды. Наверное, если бы и они тоже приходили, не было бы такого. Я думаю, что ЦСКА еще лучше. Топ-3 игроков, с кем он играл? Роналдо Феномено, Ламасте, Марадона. А если бы вы собирали сборную на Кубок Легенд, кого бы взяли? ЦСКА и Локомотива ветеранов, готовы поучаствовать? Было бы и вам интересно сыграть? Ну, сейчас надо болячки немножко подлечить, потому что сейчас тоже играл с недомоганием. Да я думаю, конечно, интересно. Просто вопрос, приедут ли все желающие, да, и будет ли у всех возможность принимать участие в таких матчах. А так это, конечно, классная история. Я думаю, что для всех, для многих болельщиков это окунуться, так сказать, в историю, опять же, почувствовать эти эмоции. Мне кажется, это классная история. По крайней мере,
То, что я видел противостояние Спартака и Зенита, мне понравилось, это классно. Каковы были ощущения играть против Рахимича? А раньше играли вместе. Ну, мы летом сейчас встречались, там, в Рублево играли вместе, поэтому классно, всегда позитивно. Мы с Селвером, да, через многое прошли в этой жизни футбольной. Конечно, классно не только и соперничать, и просто общаться. А давайте представим, что можем вообще любого пригласить на Кубок Легенд. Кого бы еще, допустим, ну, троих? Бы, троих вот. И легионеров бы там, и Висович, хотя он тоже приезжал на этот турнир. Иржи, Ерошек, Карвалю, Вагнер еще играет, я не знаю его. Ну, может быть. Ну, то есть там можно массу вариантов выбирать. То есть, там, команда сильно была выдающаяся. Евгений, традиционный вопрос спрашиваю у всех армейцев. У вас был всегда 22-й, тут по 22-м почему? Почему такой номер выбрали? Слушайте, ну все на самом деле очень банально просто. У меня в роторе был второй номер, да, второй был занят Шемберсом. Соответственно, день рождения у меня 22 января, поэтому все логично. А как ты хотел дебютантом? Ну скажи, Юр, твои эмоции после первого турнира, после участия? Как вообще? Отличные эмоции, хорошо, что выиграли. Смотри, ты говорил, что если надо будет с Рахимичем зарубимся на поле. Ну как получилось заруба у вас? Как сыграли друг против друга? Кайф было встретиться? Да ничего, очень приятно, давно не виделись. Вроде недалеко друг от друга живем, а столько времени не виделись. Так что очень приятно увидеть многих игроков, с кем раньше пересекались на поле. Вот прошел слух, что скоро пройдет матч легенд ЦСКА и Локомотива. Если тебя пригласили, готов был поучаствовать? Ну, почему бы и нет? Кого бы хотел, с кем хотел бы сыграть в таком матче? Ну, из армейского. Если, ну, ЦСКА, я думаю, там много игроков, и там типа бразильцев можно позвать. Нина Шакасич. Это вчера? Тот же Рахимич, так что был бы отличный день, если этот матч стоит. Если вернуться назад, какой чаще всего гол из карьеры ЦСКА вспоминаешь? Гол ЦСКА? Ну, из карьеры в ЦСКА, за ЦСКА, когда ты забил. Именно гол? Да. Ну, наверное, в финале. Что? Кубку УЕФА. Как вообще выиграли у Спартака-то после финала Кубку УЕФА? Я уж не помню. Спасибо большое. Ну вот и закончился Кубок Легенд. Победу закономерно одержала сборная России. Спасибо, что посмотрели мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч!